Основной финансовый документ одобрен депутатским корпусом Сочи. Он утвержден с перспективой на 3 года. Это порядка 10 миллиардов рублей в год. Собственные доходы 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Остальные средства – субсидии или субвенции с края. Теперь требуется лишь правильное распределение по отраслям. Известно, что бюджетные средства в большей степени пойдут на социальные нужды города. Это строительство школ в Биранде, Савиткваджи, Веселом и на Мамайке, строительство детского сада в Лао, а также газификация школьных котельных и отдельных населенных пунктов. Мы сегодня и обсуждали, и на сессии, и до сессии обсуждали мы это вопрос участия города Сочи в краевых программах, целевых программах, которые подразумевают софинансирование по программам. И поэтому мы заложили эти средства, более 230 миллионов рублей в нашем бюджете, для того, чтобы принять участие в краевых программах. Это те же самые средства на строительство школ, это средства на ремонт и строительство дорог, это на строительство по газификации и так далее. Всего краевых программ 26. Своеобразным зеленым подарком города называют депутаты сегодняшнее голосование. Их решением утвержден план землепользования и застройки в Сочи. А это значит, в вопросе хаотичной застройки на территории скверов и парков поставлена точка. 128 зеленых зон внесены в общий реестр. У каждого парка есть кадастровый номер и определены границы участка. Есть и целевой назначение. Значение зоны общего пользования. И сегодня же народные избранники проголосовали за создание центра профилактической работы с населением. Ранее планировалось разместить его в Хосте, теперь нашлись помещения, ранее принадлежавшие миграционной службе в поселке Вардане. Два домика, которые там находятся вдали, как бы вытянутый вдоль моря, этот лагерь. МУП Вардане. Вот. Два домика там будет отрезано, сделана отдельная дорога. Ну, по сути дела, территория будет две разных территории. И сегодня депутаты утвердили план работы городского собрания Сочи на новый 2017 год. Это в первую очередь выполнение наказов избирателей и контроль за теми решениями, которые были приняты ранее. Следующая сессия городского собрания Сочи состоится в конце января 2017 года. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.